Совсем недавно я увидел видео одного американца, который говорит, что если поднять свой acceptance rate на DoorDash, то вы сможете получать самые лучшие и высокооплачиваемые заказы. Я, так как давно не работал на DoorDash, решил зайти и глянуть, что у меня там по моей статистике. И когда я зашел, то увидел там вот это. Да, мой acceptance rate был на нуле. Я нажал на кнопку, и тут сразу появилась эта тема, что типа увеличьте уровень принятия, чтобы получить приоритетный доступ. Приоритетный доступ повышает вероятность того, что вы получите высокооплачиваемые заказы. Эти заказы отмечены бриллиантом. Мне нужно было иметь customer rating 4.5, у меня было 4.9, и acceptance rate не меньше 50%. И написано было, что держите свой коэффициент приема выше 50%, чтобы быть приоритетным для заказов с более высокой оплатой. В то время у меня было свободное время, и я подумал, почему бы не попробовать ради интереса поднять свой рейтинг и посмотреть, как сильно изменятся заказы. То есть, по сути, нужно было просто брать все заказы подряд, чтобы как можно быстрее дойти до 50%. Но, если честно, мне сразу с трудом верилось, что что-то изменится. Я брал просто все подряд заказы, которые были. Очень много было плохих заказов, которые я никогда в жизни бы даже не брал. Но ради интереса я это продолжал делать, потому что хотел быстрее дойти до 50% и понять, изменится ли что-то или нет. Я заходил онлайн, у меня было расписание, schedule я делал на неделю. Но даже когда я был в онлайн, я ждал по 40 минут, иногда больше часа, просто чтобы получить даже первый заказ. И заметил то, что когда я взял 3 ужасных заказа, после того мне начало давать больше заказов. Как бы я меньше жду, но все равно заказы ужасные были. Некоторые люди давали $1 чаевые, $2 чаевые, некоторые вообще ничего не давали. Но я продолжал брать, все попало. Около недели меня это заняло, чтобы дойти до 50%, и вот настал тот момент, когда я сделал свои последние 2 заказа, и вот какие заказы я сразу же начал получать.